музыкант играл на скрипке, я в глаза его глядел. Я не то чтобы любопытствовал, я по небу летел. Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. А еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. А чего с ней церемониться, чего ее беречь? Где пенье скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежду, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу, по чьему благословению я помню. Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уже доточена, ежели обожжена, справедливее, милосерднее, праведней она. А душа уже доточена, ежели обожжена, справедливее, милосерднее и праведней она.